лучший самый в нашем городе родном. Спасибо за все. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. В зал. Зачем говорить много слов? Пусть будут улыбки на лицах сиять. Приветствуйте выпускников.
ты, как рисовали вечерами, и лес, и мама, и ручей. Как книжки добрые любили, в кружочке сидя почитать, как на занятия хотели, чтобы все, все о жизни знать. А праздники какие были, а как мы праздники любили, а как красиво танцевали, песни пели и играли. Мы вспомним группу игрушки, Испанию ласковый уют, а как забыть друзей, подружек, с кем столько лет мы были тут. Да, мы грустим совсем немного, и время не вернуть назад, и нам пора, пора в дорогу. Все.
всех за 39 земель. Вам дружно скажут до свидания. Вы пойдете скоро-скоро, а мы будем подрастать. Только детский сад любимый, позже вас не забывать. Маме дома помогай, мой посуду вочевай, как лесол и сколы ты. Форму в шкаф ты убери. Не дразнись и не зазнавайся, зря не хмурься. Будь смелей, в школе всем помочь старайся и найдешь себе друзей. Thank you.
сели? Все успели. Сели, сели. Сели, сели. И несет нас карусель все за 39 земель. Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать все правильно и внятно, чтобы было всем понятно. Молодцы! Именно так на логопедических занятиях ребята научились практически все говорить, правда? Да. И доказательством этому на базе нашего детского сада прошел конкурс чтецов среди детей, которые посещали Лакопут. А таких немало. Конкурс был посвящен 70-летию Великой Отечественной войне, победе. Да? Тема была «Великий день победы» много лет тому назад. Детям необходимо было сделать иллюстрацию к стихотворению, которое они выучили. Стихотворение было военное. Все ребята молодцы. Кто-то больше старался, кто-то меньше, но все равно все справились. Наших конкурсантов оценивало очень строгое жюри. Оценивалось все. Ну, конечно, на первом месте звукопроизношение, артистизм, мимика, жесты. Ребята показывали все. Ну и, конечно же, иллюстрацию, которую они сделали. Также было очень важно, прислушивался ли ребенок к тому, какие рекомендации были даны для того, чтобы лучшее было прочтение. Вот такие мы красивые были на нашем конкурсе. Вот, и позвольте сегодня, наш торжественный сегодняшний день, провести награждение наших участников и победителей. Итак, награждается Старостина Софья за участие в конкурсе чтецов. Награды отдаем родителям, да, Соня? Да. Отдай родителям, потому что наш праздник только начинается, и я думаю, что будут мешать призы детям. Так, награждается Алёхин Илья за участие в конкурсе. Награждается Коржевский Миша за участие в конкурсе. Настя за участие в конкурсе чтецов.
Дашечка, выйди, пожалуйста. Даша прочтет нам свое стихотворение, которое написала Ольга Маслова, которое называется «Пусть будет мир». Как надоели войны на свете, гибнут солдаты, немалые дети, стонет земля, когда рвутся снаряды, матери плачут и плачут солдаты. Хочется крикнуть людям: постойте, войну прекратите, живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета, но неужели вам это нравится? Война — это боль, это смерть, это слезы. Напрасно гибнут тюльпаны и розы. Над миром какое-то время любовь, где правит война, никому не покор. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а воин никогда и нигде не бывает. Если хотите в школе учиться, с азбукой надо вам подружиться. Разные буквы есть в алфавите, ни одной вы не пропустите. Выключайте наш алфавит. Этот год был настолько творческим вот для нас, педагогов,
У нас очень много было конкурсов. Конкурсы важные, конкурсы ответственные. Учебный год у нас начался с городского конкурса «Звездные дети», куда поехали наши чудные мальчишки. Мальчишки — это мальчишки, работать с ними очень трудно. Это же мальчики. Но они, понимаете, они настолько мне помогали, помогали готовить все эти конкурсы, помогали вообще вот своим желанием работать. У нас ни разу не было вот единого состава, с которым дети выступали. И я только приходила с утра, говорила: мальчишки, помогайте, сегодня новый состав, завтра мы выезжаем. Или сегодня вечером нас попросили выступить. И мальчишки просто вот выкладывались на все 100%. Но это же дошкольники, это не школа. Поэтому я очень благодарна, во-первых, всем родителям, которые участвовали в жизни своих детей, которые лишались спокойного выходного сна, потому что надо было с утра очень рано привезти в разные точки города Москвы на выступление, которые вообще поддерживали вот этот вот весь этот такой ответственный учебный год. Поэтому, естественно, я пришла не без сюрприза. Мальчики, зайдите, пожалуйста. Наши мальчики заняли 3-е место на окружных соревнованиях по ритмике «Красота в движении, здоровье с детства» Юго-Западного округа. И еще они стали дипломантами конкурса «Зюзинский калейдоскоп». Поэтому их наградили вот такой вот медалью, где написано 3-е место. Вот. И грамотами. Свои грамоты родителям, а сами покажут то, чего они добились. Мне уже есть. Мне уже 11. Мне уже 11.
математики, друзья, и как нам не прожить. Ничто не сможем сосчитать и цифры не сравнить. На математика дана уж очень много лет. И даже мама-то считал древнейший человек. Я сейчас вам зачитаю задачки. Вы внимательно слушайте и будете говорить ответ. Слушайте. На плетень взлетел петух. Повстречал еще там двух. Сколько стало петухов? У кого ответ готов? Три! Молодцы! Конечно, три. Умницы. Дальше. Три яблока из сада ежик притащил. Самое румяное белке подарил. С радостью подарок получила белка. Сосчитайте, яблоки у ежика. Два! Умницы! Сидит белка на тележке. Раздает друзьям орешки. Мишке толстопятому, зайке усатому, двум лисичкам, сестричкам, воробью, синичке. Сколько орешков у белки в тележке? А кто по-другому думает? Мне шесть. А кто по-другому думает? Пять. Это вы уже гадаете. Кто сказал шесть? Я. Кто сказал шесть, тот молодец. Шесть. Так, и последняя задачка. Слушайте внимательно. Игрушки мама принесла и ребятам раздала. Подарила Маше шар, а Танюше самовар, сыну Ване барабан, дочке Лидочке диван. Посчитайте поскорее, сколько игрушек у детей. Ну, а теперь правильно, молодцы. Четыре. А сейчас у нас будет Еременко. Так. А переменки что мы делаем? Зачем в школе перемены, ребят? Зачем в школе? Отдыхать это уж правильно, самое главное. А то что тоже надо отдыхать иногда, правда, ребят? Ой, мы покажем, как мы умеем отдыхать от учебы. Детство, ты куда спешишь?
Ты принесла молока, угадай-ка, что в них лежит.
Мама Лилечки Герасимовой, если обратить внимание, обязательно надо ее поучить музыке, обязательно. Я думаю, что это будущие наши финалисты конкурса «Голос дети». Вот мне так кажется, вот прям вот я так чувствую. А сейчас девочки подарят очень красивую, добрую песню, так уж получилось, да, всем нашим гостям, да? Лилия Герасимова, Настя Харитонова и Даша Кислицкая. Капушки стоят, тихо, я землю касаюсь.
все за 3 9 недель. Где хочется в танцы идти до конца. Ребята, любите танцевать? Да! Я желаю, чтобы танец сопровождал всю вашу жизнь. А теперь посмотрите, пожалуйста, гусары и барышни. Мама ученика на
начальной школы. Что-то матушкины счеты брать с собой неохота. Лучше я возьму ребята в школу новой. Вот уже лучше. Сговорились две ноги, делай дуги и беги. Так, а что так не смело? На ноге стоит одной, крутит, вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, океаны. Так, у меня много еще загадок. Все на карте укажу, полюс, тундру, Аляску. И с учителем дружу, угадали я. Угадка. Открыла двери школа, пустила новостёну. Кто, ребята, знает, как их называют? Может, продолжать все. Спасибо. Ребята, давайте прочитаем стихи наши. Ребята, встали с самого начала, как в начале правильно. Детский сад наш, до свидания. Мы уходим в первый класс. И хоть грустное расставание, не волнуйся ты за нас. Все, чему нас научили, будем помнить мы всегда. Знаем, мы нас здесь любили, и как сказки шли года. И сегодня на прощание всем спасибо от души. Подросли и поумнели, мы теперь не малыши. В животах у нас сидит сладкоежка аппетит. Он то булькин, то заводит, кто бедняжку успокоит. Кашу самого утра варят детям повара. И совсем не без причин очень любим витамин. Пить коктейль пора, ура, вызывает медсестра. Двери, лампочки, ковры и песок до детворы. Занавески и игрушки, одеяло и подушки. Небе садик нам принес замечательный завхоз. В наше время нет не просто садиком руководить. Каждый день миллион вопросов. Все как надо решить. Да, работа здесь не мед. Не все смогли. То, что садик нас ведет, Гаяне Яковлевне спасибо. Она, кто обедно принесет и посуду приберет. Нашей группы нету краше, чисто и светло вокруг. Может быть, у няни нашей и не две, а 200 рук. Спасибо воспитателям за ласку и тепло. Нам было с вами рядышком и хмурый день светло. Вы жалели нас, любили, вы нас как цветы растили. Жаль, что мы не можем вас взять с собой в первый класс. Ну вот, прощай, мой детский сад, с тобой уходит детство понемногу. Воспоминания детства сберегу, частицу их возьму с собой в дорогу. Проходит все, но мне немного жаль, но детство закрывается страница. Все впереди, но только в детский сад нам никогда уже не возвратиться. Прощай, наш детский сад любимый, растил заботливо для нас. Ты дал нам силы и здоровье, и вот идем мы в первый класс! Каждый день.
хотим пожелать вам, родные ребята, учиться, расти, встретить новых друзей. Мы вами всегда будем очень гордиться. По лесенке жизни идите смелей. Уходят дети школьной дорогой, но остается в них частица нас. От сада детского до школьного порога их провожаем в школу. Добрый час! Слово нашей заведующей Гайне Яковлевне. Сейчас наступил, конечно, тот самый торжественный час. Вручать, поздравлять ребят. Но я хочу, действительно, я просто в восторге. Ребята молодцы, подготовились замечательно. Все большие умнички. И вот сейчас они показали, чего они достигли за это время, пока они были у нас и с нами, и все-таки действительно они очень-очень много времени проводят в детском саду. 5 дней в неделю. Здесь с 7 до 7 практически, ну с 8 до 6 уже были все, наверное, детки. И вот, пожалуйста, такой результат. Все такие замечательные, красивые, умненькие. Я вам, родители, пожелаю, чтобы дети вас радовали своими успехами, своими увлечениями, своими поступками. А вам, в первую очередь, желаю огромного здоровья и терпения, чтобы детки росли и не было войны, мирного неба над головой. Ребята, сегодня первый выпускной в вашей жизни. Вы пришли к нам совсем маленькие, выросли. И вот теперь ваш следующий этап – это школа. Это совершенно новая жизнь для вас. Первый учитель, новые друзья, новые впечатления. И вот я вам желаю, чтобы эти впечатления, и первый учитель, и новые друзья, не забывайте старых, были интересными, лучшими. Учитель был добрым, хорошим. Всего вам самого хорошего, счастья, здоровья, чтобы вы были жизнерадостными, умными, успешными в этой жизни. Сейчас торжественная часть. Действительно, момент очень волнительный. Харитонова Анастасия. Настенька, иди сюда, пожалуйста. У вас еще материальный базар. Пармазян Ева. Такие подготовленные дети к школе. Такие собранные, такие умненькие. Так, Запорожцева Злата. Твои медали. Колесникова Кристиночка. Старостина Содья.
господа. Каримова за Рукан. Каримова за Рукан. Сегодня хотим пожелать, чтобы ваш детский садик сумел выживать в такое нелегкое, сложное время. И выразить все уважение в словах. Спасибо за все, за тепло и заботу. Пусть радость лишь только вам будет работа, успехов и счастья детсаду и вам. Поклон вам сегодня от пап и мам. Василию.
необходимо много знать. Знать нужно психологию, знать физиологию, быть лучше в педагогике, риторике и логике. Но главное, чтобы методистом быть, детишек надо любить. Начальство – правая рука. Вам было трудно иногда. Все же воспитательный процесс имел нешуточный прогресс. Заслуги ваши велики. Вы педагогам помогли расти, воспитывать детей. Спасибо вам от матерей. Таланты их осматривали.
Почетная грамота вручается руководителю физкультуры Оксане Ивановне. Мы давно уразумели, что здравый дух в здоровом теле растет у чад мускулатура. Есть и здесь спорт и физкультура. Все чаще стали замечать, мы от деток стали отставать. Придется, чтобы за детьми угнаться, нам спортом и самим заняться. Наверное, нет ребят на свете, которых физкультура в тягость. Вас полюбили наши дети, им все заняться были в радость. Вы их успешно развивали, играли с ним, закаляли. Сегодня славный детский сад спортивных выпустят ребят. Почетная грамота вручается Ольге Владимировне. Вы эти годы так трудились, что дети наши научились все звуки четко говорить. Успехов этим не забыть. За это вас благодарим. И труд вы ваш, конечно, им. Спасибо. Почетная грамота вручается нашей медсестре Татьяне Ивановне. Следующая почетная грамота вручается нашей любимой Елене Ивановне. Красота. Жизнь – прекрасное движение. Ритмика нужна всегда. Вам огромное спасибо, что учили вы детей. Да, чтобы каждый ритм был слышен, чтобы дети стали выше, здоровее и сильнее. Играли, пели мы с тобой.
после школы младший брат. Мы теперь большие люди.